Мы вышли и решили погулять с этой деткой по набережной. А я так вот говорю, господи, какие ноги красивые девочки. Да. Надо, говорит, фонтанчики снимать, а мы тебя снимем. Гуляем, видите? Какое. Что я скучная тёлка, что у меня очень скучный инстаграм, и вообще я скучная. Я предложила сфотографироваться с телефоном, а Наташа говорит, что я скучная тёлка. У меня всё время будешь в кадре, Наталья. Я буду звездой твоего снапчата. Мы пришли немножко перекусить, выпить... Монахские будни Натальи Рудовой.